поиск информации об объекте по его фотографии. С вами Пленкина Елена. Всем привет! Сейчас я вам покажу, как найти информацию об объекте по его фотографии. Мне вот в Вайбере прислали фотографию. Красивое здание. Я хочу узнать о нем побольше. Копирую изображение. Иду в браузер. Поисковая система Яндекс. Картинки. Вставляю изображение. Идет визуальный поиск. Так, изображение найдено. Информация о нем. Сестринский собор. Православный храм в городе Борисове. Так, и дальше информация. Так, другие размеры об этом изображении. Давайте нажмем тут. Здесь она есть в Инстаграме. Есть на сайтах. Давайте здесь нажмем. Вот она, изображение это. Нам надо узнать информацию об этом. Вот она. Борисовская епархия. Борисовская епархия. Вот наш храм. Какой красавец. Тут можно почитать информацию. Но это уже ваше желание. Я нашла то, что я хотела. На этом все. С вами была Пленкина Елена. Пока-пока. Всего вам доброго.